5 января президент России подписал указ об объявлении 2017 года в России годом экологии. Цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности. «Судьба Земли – судьба наша». Под таким названием руководством средней образовательной школы номер 16 был проведен фестиваль преподавателям биологии, приуроченный к данному событию. В программу вошли сценические выступления, где школьникам наглядно показали, как не стоит поступать с землей, что необходимо беречь и соблюдать чистоту. Я планета Земля, и сейчас я больна, и в этом, поверьте, лишь ваша вина. Я людям не верю, и им в назиданье придумаю страшное наказание. Вы пожалеете о том, что родились на свет. За все, что натворили вы, придется дать ответ. Сейчас сюда настанет час. Все встаньте! Призываем вас! Постой, земля, не торопись, ведь мы за взрослых не в ответе. Да, люди мы, но только дети. Позволь нам разобраться в том, за что ты нам грозишь судом. Как утверждают экологи, одной из главных целей современной экологии как наука является изучение основных закономерностей и развитие территории рационального взаимодействия в системе как человека, так и природы. Продолжив, что современная экология представляет собой комплекс научных дисциплин, базой которого является общая экология, изучающая основные закономерности взаимоотношений организмов и условий среды. Наша страна, Россия, занимает одно из первых мест по загрязненности и вод, и лесов, и земли, и почвы, я имею в виду. Утилизация сырья, переработка мусора, заводы нужно строить, очистные сооружения надо строить. Если этого не будет в ближайшие 5-10 лет, действительно, даже в нашем городе же места не будет, куда вывозить мусор. Но главная задача нас и старших, и вас, подрастающее поколение, заключается в том, чтобы каждый болел за чистоту своего двора. Олимпаша Умара высоко оценил старания детей и преподавателей, поощрив почетные грамоты эколога биологического центра, и выразил надежду на то, что ученики школы станут частыми гостями подведомственного учреждения. В городе продолжаются мероприятия, посвященные году экологии. На начальном этапе они проводятся по всем общеобразовательным учреждениям. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».